Всем доброе время суток. У меня возникла проблема с водонагревателем, вернее, пробивка электричества. Когда ночью мне пришлось отключить воду, я проснулся в водичке, и меня начал пробивать током 220 вольт. Также, когда я прикасался к крану, тоже пробивал током. Водонагреватель, у меня Thermax E80, уже не чистился больше года. Сейчас мы сливаем воду, снимаем водонагреватель. Прежде чем начать работать с водонагревателем, нужно отключить его от сети, также выключить воду и включим шланочки. Открутить шланочки никакого труда нету тут. Специально такая открывашка из пластмассового. Легко открывается, там где не открывают, там используем ключ шведский номер. Прокладки, которые пустят, потому что их поменять, потому что они уже протерлись. И для максимального эффекта выкручиваем сразу предохранительный клапан, который выкручивается он легко, немного дергаем и открываем. Ну вот, пошла водичка, ждем, пока выберется вода. Выбирать она будет долго, минут 15. Продам разборочку. Вот я уже снял водонагреватель. Теперь нужно открыть крышку. Ставят эти все фишки, колпачки. Для того, чтобы корпус хорошо сошел. Потом надо запаска отверточку. И отверточка. Ленту фом лишнюю. Также паклю убираем, что нам мешает. Можно удалять уже саму крышку. Конечно, крышка закрыта на честном слое. Ну вот что мы тут имеем. Прежде чем разбирать, нужно сфотографировать все схемы, провода. Перед тем, как разбирать, для того, чтобы потом уже не запутаться, что куда собирать. То, что надо фотографировать. Левая тена, правая тена. Соединяем все фишки, которые у нас есть. Вот полета. Я уже достал саму приборку. Подкрышник еще находится на болтике. Это уже потом снимаем. Отсоединяем этот датчик.
И, в принципе, прибор, панель управления снята. Не забываем сложить аккуратно гаечки от нее, ничего не потерять. Так, теперь откручиваем саму панель под корпусник. Думаю, что она не откручивается. Все очень банально просто. Все. Надо вначале вытянуть панельку, потом уже вытягивать под корпусник. Все, сейчас уже все вытянуло. И теперь можно уже снимать фланцы. Раскручивать фланцы. От всех проводов я избавился. Берем 13 номер ключа и выкручиваем крест-накрест наши фланцы. В чем фишка, почему видите белое электричество? Потому что получается полностью стерлась магниевая нода, и поэтому у меня пробивало электричество через воду, через краны, через металл. Так, сейчас мы это вкинем в лимонную кислоту, чтобы оно сильно прочистилось. Теперь снимаем вторую тену, также само откручиваем. Ну вот видите, вторая тема, тоже полностью стерся магниевый анод. Вот вам и причина, почему пробивает электричество по воде, по крану и так далее. Нужны новые магниевые аноды. Буквально год только прошел, все надо менять. Для того, чтобы прочистить наши тены, берем чайник, кипятим воду, включаем. Ложим тены в какой-то сосуд, желательно большой, чтобы он поместился. Заливаем водой с чайника. Горячий, кипяченый. Так, полностью. И добавляем холодную воду. Так, чтобы все было. Дальше берем лимонную кислоту. Видите, лимонная кислота 25 грамм, тут несколько штучек. Сконцентрированно высыпаем. Я высыпал 1-2. Можно еще эту пачку высыпать для концентрации. Дальше перемешиваем воду. И ждем, когда
ржавчина удалится с наших тенов. Водичка получилась очень теплая, наша вода была горячая. Еще берем чайник и кипятим воду. Смотрим на результат очищенных тенов. Тены хорошо прочистились, ржавчины нету. Тены, значит, сутки лежали в водичке, в лимонной кислоте. Также прочищаем наш бак, берем шлангу от душа. Вот я снял сам душ, вот он лежит. Открываем воду и заливаем воду в сам бачок. Таким образом прочищаем содержимое нашего бака. Одну сторону, так и вторую сторону. Собственно говоря, налили воду и бачок наш качаем в 4 стороны. Вперед, назад, влево, вправо. Дальше сливаем воду и повторяем несколько раз эту процедуру. Я приобрел магниевый анода. Там продаются два вида магниевых анода, фирменные и нефирменные. Чем отличаются? Отличаются по цене и тем, что фирменные будут дольше держаться, а нефирменные быстро облезут и исчезнут. Четверка закручивается на корпус. Слушаем как в одном фланце, так и в другом. И надеваем фланец. Забываем про резинки уплотняющие. Надеваем фланец. Вставляем болтики. Надеваем фланец, затягиваем гайки фланца крест-накрест, в одну сторону, болток, потом другую. Затягиваем натяжечку. Также одеваем вторую тену дополнительно. Ну, конечно, уже тут порвалось, ничего страшного. Так, также закручиваем второй фланец крест-накрест. Шли одну сторону. Вот я уже собрал полностью весь комплект электрики. Естественно, собирал я по фотографиям, которые сделал предварительно перед тем, как разбирать электрику. У меня тут уже все подсоединено. Вся электрика. И теперь давайте посмотрим, как будет включаться водонагреватель. Вот, первым делом я пробую включить. Я включаю, и у меня вот табло не загорается. Почему не загорается? Дело в том, что вода, когда я промывал бак, попала на плату. И вот это вот табло почему-то не загорается. Что нужно сделать? Нужно снять, я уже снял, вот эту вот наклейку. Взять фен и хорошо просушить
Так, вот я просушил, и теперь давайте попробуем включить водонагреватель в сеть. То есть перед тем, как вешать его, надо проверить, как включается электронное табло. Вот я включил, видите, температура появилась, 22-23 градуса, это нормально. Говорит о том, что электронное табло заработало. Теперь можно вставлять крышку и вешать в исходное положение водонагреватель. На этом все. Если видео понравилось и было интересным, палец вверх. Если видео не понравилось и было не полезным, палец вниз. На этом все. Всего доброго. До новых встреч.